Всем привет! С вами Лидия Сапронова. Я представляю новый видеокурс по серьгам сияния. Этот видеокурс был доступен в рамках новогоднего хендмейд-марафона, и многие девочки уже успели сделать себе красивые праздничные серьги. Они получаются роскошные, длинные, сверкающие, сияющие такие, покачивающиеся при ходьбе, такие приятно тяжелые. Многие девочки уже сделали их себе праздником, они действительно создают такое праздничное настроение. Конечно, можно их немножко изменить, подобрав другие материалы, выбрать более спокойный бисер, или сделать кисточку короче, и при этом будет вполне себе повседневный вариант. Видеокурс доступен к покупке на нашем сайте lidiasapronova.ru. Стоит он 900 рублей, но первые 5 дней, включая 20 декабря, можно его будет приобрести за 600 рублей. Видеокурс по серьгам состоит из 3 уроков. В первом уроке мы оплетаем риволи бисером и жемчугом. Во втором уроке делаем верхнюю часть кисточки, то есть саму шапочку, так я ее называю. В третьем уроке мы собираем подвески по схеме, для того, чтобы получился такой переход цвета, то есть градиент цвета, так как в самой кисточке использовано 4 цвета. Так красиво получается. И в третьем уроке мы, собственно, и собираем саму кисточку с риволи. Получится у всех. Потому что урок очень подробный, интересный, понятный. И если надо, то я отвечаю даже на вопросы. Все схемы прилагаются. Если вы новичок, я могу предложить вам комплект материалов для серег к видеокурсу. Для того, чтобы вы его получили, сели и просто сделали. То есть получили быстрый результат. К тому же вы познакомитесь с такими материалами, как кристалл Сваровски, жемчуг Сваровски, японский бисер. Беконусы Сваровски. Все нужное и необходимое для изготовления этих серег будет в самом комплекте материалов. Как я уже говорила, видеокурс был доступен в рамках новогоднего хендмейд-марафона, и многие девочки уже успели сделать такие серьги. Очень красиво получается. И я думаю, что каждый справится, это точно. Потому что делают даже те, кто берет иголку бисера в руки впервые. Поэтому дерзайте. И до новых встреч!